Вот мы там наблюдаем прелести молдавской столицы. Там лежит бухой человек. Явно, что он именно бомжует. И как раз шла мама с детьми и просто его обошла. Сейчас посмотрим. Вот Димон спрашивает, живой, не живой. Сейчас подойдем, поинтересуемся. Надо уточнить адрес, вызвать сюда полицию. Иди сюда, чтобы... Ну, человек явно бухой. Сейчас посмотрим, живой, не живой. Вызовем сюда полицию, скорую. О, бог, хрен его знает. Эй, друг. Мужик. Живой, живой. Ну, видно, что бухой. Вызовем сюда полицию, скорую. Сейчас адрес уточним. Сейчас адрес уточним. Стас, обойди по дороге. Сейчас мы вызовем, уточним адрес. Александрия. И сюда улица где-то. Еврейская церковь. Я забываю постоянно, как эта улица называется. Мы сейчас сюда вызовем полицию. Александрий 90. Сейчас. Вот Димон сказал, что Василий Александрий 90. Сейчас мы вот вызовем. Это вот. Вызовем сейчас сюда полицию. Здесь я не вижу, что за номер у здания, но там Василий Александрий 90, да? Вызываем полицию сюда. Так. Добрый день, мы бы хотели вызвать полицию и скорую помощь на локации город Кишинев, Александрий 90, где старая баня, номер 133 у нее, центральная. Тут идет ремонт на противоположной стороне, стоит забор с навесами, тут валяется человек. С очень... Да, валяется на тротуаре, распластанный. Да, напротив бани, выше Александрии 90, а? Ну, где-то под 40 или больше 40 лет. Ну, точно, у него еще на плече татуировка такая непонятная. Он лежит просто лежит грязный. Мы так проверили пульс, дышит, но у него как тяжелое дыхание, но пульс есть. Можно сюда полицию и скорую. Василий Александрий 90, ниже адрес. А напротив бывшая центральная баня Александрий 133. Он прямо тут, а ниже конечной, это выше конечной. Да. Тут еще стоит забор зеленый, огороженный. Тут стройка происходит в проход, который ведет к синагоге еврейской. Николай меня зовут. Перешагнет или не перешагнет? Вопрос. Перешагнули и пошли дальше. Остановился, но зато перешагнул и пошел дальше. Не вызвал ни скорую, ни полицию. Вдруг человек мертвый. Вообще ноль. Это прелести нашей Молдовы, нашей жизни. Вот это столица Молдовы, Кишинев. Одна из центральных улиц Александрии, города Кишинева. И вот так вот у нас перешагивают через человека. Какой бы мне был бы бомж, там, наркоман, алкоголик, непонятно что, он тоже человек. И никто не знает, что завтра с тобой случится. Глядишь, и ты сам окажешься на его месте. И через себя будут перешагивать и ноги вытирать. Вот такая вот ситуация у нас. И вот все люди выходят, в сторону уходят, чтобы не идти сюда, и никто не остановится и не вызовет полицию. Вот понимаешь, никто. Вот мы проходили, вызвали полицию и скорую сюда. Ну, людям вообще наплевать. Сейчас проезжает скорая помощь сюда. Мы сделали вызов на данную локацию, где вот у нас валяется тот человек. Скорая приехала через 15 минут после вызова. Ну, а полиции нету. Да он не в состоянии. Мы делали вызов. Прощупали сначала пульс, чтобы убедиться, живой он или мертвый.
Обойдите, пожалуйста, мужчина, а то у нас тут прямо через человека перешагивают. И никто не вызывает скорую. Я проверил ему пульс, убедился, мертвый, живой, но... Перегара вроде бы нет никакого, но, наверное, что-то такое серьезное хапанул, что... Сейчас нам поможет, хорошо, отдай, дай ему свое. А, в машину его? Да. Хорошо, сейчас поможем. Отключи эту камеру, на эту. Сейчас, не помоги. А, ну они... Держи перчатки. Перчатки не для моих рук. Наверное, что-то серьезный такой передозняк у него. Это видно, что Больницу, сейчас я там расчехлю. Поднимайся на бед. А я тут быстренько. О, Бог, Бога вверх. Да. Сейчас будет у тебя встреча с врачами, а потом с Богом не человеку. Что, а дальше мы двигаемся по своим делам. Ну, спать. Имеет полное право, мужчина. Ну спать. Имеет полное право. Насчет этого лучше не спорьте. Имеет полное право, он фиксирует данную ситуацию. Все, идем.